Сегодня наша программа о творчестве Александра Алексеева. Это российский художник, русский художник по своей душе, проживший во Франции всю свою жизнь, уехавший отсюда в гражданскую и, к сожалению, сюда не вернувшийся. Но теперь, сегодня мы открываем заново его творчество. Александр Алексеев был ученый, художник, режиссер, писатель, мыслитель, философ. Он великий мастер-одиночка, который пришел в кино из изобразительного искусства. Он изобрел замечательную вещь – игольчатый экран, на котором иголка, вернее, тень от иголки, становится главным изобразительным средством. Картинки с выставки – это его программный фильм. И вот мы присутствуем на его собственной выставке в Музее кино, которая стала замечательным культурным событием. И наша программа – это картинки с выставки жизни самого Александра Алексеева. На этой выставке что вам вошло в душу, в сердце? Ну, вошло, во-первых, как это не, может быть показаться странным, количество. Это его, как бы сказать, колоссальное. Вот это в этой выставке, наверное, не все, что он сделал, но то, что сделано, это говорит о его огромной энергии, работоспособности. Я, как человек ленивый, просто не могу не позавидовать. Потому что он сделал, не говоря уже о фильмах, каждый из которых это вообще был труд каннибальский. Вы аниматор, вы понимаете, как можно из 100 тысяч иголочек сделать действие, фильм с поразительной пластикой. Это мог только он. Кстати, он так и остался. Боюсь, что он так, как уникальный был, таким он и был. Вот. Ну, конечно, его огромная культура. Вот сейчас понимаю, что анимация, да, это визуальное искусство. Хотя я больше ценю в ней драматургическое искусство, визуальное искусство. Это огромная графическая культура. Совершенно верно, Федор Саевич. Тут подумать, сколько вообще людей уехало в разные времена при советской власти из России. И все это художники, разные художники. Художники слова, художники музыки, художники танца. Это Шаляпин, Добужинский, Ларионов, Дягилев, Нуриев, неизвестный. И у всех у них, естественно, русская душа. Это глубоко русские художники по духу, по культуре русской. Хотя, конечно, они равно принадлежат и всем другим странам, где они жили потом. И сейчас мы переходим с выставки в зрительный зал. И смотрим картинки с выставки Александра Алексеева. Нам показалось, что рассказ об Александре Алексееве мы можем начать именно с этого фильма, который был сделан гораздо позже, после изобретения игольчатого экрана, в 1972 году, по сюите Модеста Мусоргского «Картинки с выставки». Это личный, глубоко прочувствованный, практически автобиографический фильм. В нем все из детства, из российского детства. Предания, сказки, страхи и поздняя ностальгия о детстве. В фильме воспоминания о матери, об отце. Его отец был дипломатом, погиб при невыясненных обстоятельствах. И вот из воспоминаний Александра Алексеева немного. Все началось, кажется, с зеркала, разбитого где-то на первом этаже, где отец принимал своих таинственных посетителей. Не могу вспомнить, кто его разбил, но зеркало было отцово. А ведь русские верят, что разбитое зеркало предрекает скорую смерть тому, кто обычно в него смотрелся. Наступил страшный день. Появилась мать. Без лица. Оно было покрыто черной вуалью. После поминальной службы во спасение души отца мне объяснили, что он теперь на небе, и однажды там я с ним встречусь. И дальше. Мне приснился сон.
Мама просит подождать ее минутку, открывает маленькую дверцу, что-то вроде дверцы лифта или телефонной кабины. Входит в кабину и говорит: «Подожди меня тут. Будь умницей, я вернусь». Дверца закрывается, и я знаю, что она никогда не вернется. У меня было чувство, что мама приносила себя в жертву нам. Этот смысл, который я в 7 лет придавал маминым хлопотам, преследовал меня всю жизнь и определил мои глубокие чувства к матери и вообще ко всем женщинам. Революция и гражданская война лишили Александра Алексеева всего – имущества, семьи, родины. И он долго не знал, находясь во Франции, что осталось в России и что сталось с его родственниками в этой России. Это Александр Алексеев и Клэр Паркер работают над иллюстрациями к «Доктору Живаго» на игольчатом экране. Как интересно, вначале Александр Алексеев придумал игольчатый экран для того, чтобы делать кино, а теперь этот игольчатый экран служит для изготовления иллюстраций. Клэр Паркер говорит так: «Игольчатый экран – это миллион иголок, свободно скользящих в отверстиях, просверленных перпендикулярно плоскости пластины. Длина иголок больше толщины пластины, так что, если их выдвинуть, они покажутся с другой стороны. Чем дальше продвинется иголка, тем длиннее будет ее тень. Мы всегда составляем рисунок не по одной иголке, а по группам, как бы нанося краску кистью. Вместо кистей мы используем ролики разного размера, получая таким образом тени». Thank you.
Это портрет Александры Гриневской, первой жены Александра Алексеева, матери Светланы Алексеевой. Еще со времен игольчатого экрана, а вообще-то говоря, и раньше, одним из важнейших персонажей и героев творчества Алексеева была смерть. Это видно и в фильме «Ночь на Лысой горе», и особенно четко появляется это действующее лицо всех событий. Ванне Карениной. Смерть выступает из затененных закоулков. Смерть проявляется. Она как бы подстерегает всех участников событий. И это как бы авторский комментарий, взгляд. Это персонаж, который не видят, которого не видят действующие лица, но который виден художнику, и художник его делает видимым для зрителя, для читающего и смотрящего человека. И это такой важный для него момент, который определяет, наверное, в целом его подход к Анне Карениной. Мы видим как бы движущие силы, предсказания того, чем должно закончиться. Смерть у нее выступает в виде костей, на которых покоится железная дорога. Смерть у нее выступает в виде события, когда попал под поезд, на котором прибыла Анна. Выступает и в последней сцене романа, когда на лице мертвой Анны сидит муха. Но роман заканчивается все равно не этим образом. Роман заканчивается образом женской груди, кормящей, и младенца у этой груди. То, к чему он обращается. Вот именно это первая эпоха воспоминаний. Он не хочет переступать в другие. Это именно первая эпоха, когда воспоминания живы и питают жизнь. Вот эти воспоминания питают его творчество в фильмах, картинки с выставки, по картинкам с выставки Мусоргского. Модест Мусоргский был любимым композитором Александра Алексеева. Он сделал два фильма на его музыку. У них, между прочим, даже что-то общее было в жизни. Например, учеба в кадетском корпусе. Из режиссерской разработки Алексеева четвертая часть. Старинный замок превращается в кадетский корпус. Отчий дом становится замком, а затем дворцом. Модест Мусоргский написал эту музыку по поводу выставки своего друга-художника Виктора Гартмана и назвал ее «Картинки с выставки». И вот уже теперь Александр Алексеев берет музыку Модеста Мусоргского и делает фильм, но тоже в картинках, это уже живые картинки с выставки. Вот из его воспоминаний. «Читать мы могли только на вечерней перемене. Я набивал в сапоги снег, чтобы простудиться, попасть в лазарет и почитать. Позже, в 14 лет, я получил разрешение рисовать по четвергам с 5 до 7 в Музее изящных искусств. Мне приходилось добрую четверть часа дуть на онемевшие от мороза пальцы, прежде чем взять в руки карандаш. Меня соблазняли прелести гипсовых богинь и их отвлеченная женственность, столь далекая от той, что в жизни.
Алексеева с этой техникой, в которой он работал, а именно акватинта, это очень сложная техника, связанная с кислотой и с угрозой для здоровья. Эта техника требовала от него жертв, физических жертв. И он пожертвовал именно одно легкое. В тот момент он изобрел эту новую технику для кинематографа «Игольчатый экран». Невозможность работы подвигла его к изобретательской деятельности. Он перешел из книжной иллюстрации в кинематограф, не расставшись навсегда с книжной иллюстрацией. Это вообще черта Алексеева. В личной жизни у него происходило то же самое. Когда у него появилась новая муза нового его искусства, Клэр Паркер, его ученица и жена, то это не означало, что он расстался со своей прежней женой Александрой Гриневской. Нет, она тоже работала с ним. Они делали рекламные фильмы, она была в его съемочной группе. Они жили в одном доме, и дочь Светлана с ними жила. Вот обратите внимание, «Спящая красавица», режиссер Александр Алексеев и создатели, помощники Гриневская и Паркер. Это первый цветной рекламный фильм, который Алексеев снял во Франции. И после этого он снял около 40 таких фильмов, я имею в виду рекламных, ставших классическими в рекламной мультипликации. Вот основная идея этого фильма в том, что вот здесь надпись «Душа вина разбудит красавицу». Между прочим, нынешним изготовителям рекламы не грех посмотреть классические фильмы Александра Алексеева. Этими фильмами Александр Алексеев зарабатывал себе, конечно, на жизнь, ну и на то, чтобы делать свои программные фильмы, которые его интересовали. Фильм «Мимоходом» сделан в 1943 году в Канаде на игольчатом экране. Этот фильм завоевал всемирную популярность, был показан Черчиллю и Рузвельту на Квебекской конференции, а фестиваль в Каннах 1946 года открывался этим двухминутным фильмом.
наше время позволило нам не только вернуть музыку Рахманинова, пение Шаляпина, танец Анны Павловой, имя Дягилева, Розу Бунина, поэзию многих поэтов, чьи могилы рассыпаны по Европе, Америке, Канаде. Мы можем наконец сказать, что возвращается кинематографист. Первым в этом ряду мы рады назвать имя Александра Алексеева, великого художника, замечательного кинематографиста, поразительного новатора, изобретателя и удивительного человека. Just as Mussorgsky made musical illustrations of pictures at an exhibition. И снова из воспоминаний Александра Алексеева. В Петрограде начались уличные беспорядки. Вернувшись, на Лесной я застал маму в сильной тревоге. Я успел приехать на трамвае, он еще ходил, но дом был погружен во тьму, электричество отключили. По городу разъезжают элегантные черные лимузины, из которых наугад стреляют в прохожих. Похоже на сегодняшний день. Министр культуры Франции, писатель Андре Мальро, близкий друг Алексеева, который вместе с ним создавал фестиваль в городе Аннеси во Франции, создавал музей в городе Аннеси, музей мировой мультипликации. Так вот, Андре Мальро в 30-е годы, во время своей поездки в СССР, разыскал мать Алексеева. Она жила в то время в Москве, в полной нищете. По словам Мальро, он встретил очень бедную и очень гордую женщину. Вот и вернулся к нам Александр Алексеев. Его творчество, конечно. Очень жаль, что не он сам. Но вы познакомились с ним, с его картинками с выставки. А в следующий раз мы продолжим знакомство с его работами, с его замечательными, умными, потрясающими работами. Это настоящая анимация. Это анимация русской души.